Под Иркутском в поселке Балаганск спасли сторожевую собаку, причем пожарные спасли не из огня, а из цепей. Пес запутался в них, одно из звеньев зацепилось за клыки, потом намертво обхватило челюсть. У местных ветеринаров не оказалось подходящего для освобождения оборудования, тут и помогли пожарные. С помощью гидравлического инструмента они аккуратно разрезали карабин и освободили пасть. Сейчас собака, назовут ее Грета, чувствует себя прекрасно.